Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Бесплатный репетитор». Мы с вами продолжаем данный плейлист, друзья мои, и переходим к самостоятельной работе. Я надеюсь, вы тщательно проработали предыдущий урок, потому что очень полезный материал, очень полезная лексика. Мы с вами говорили, что будем использовать элементы других уровней, значит, уровней средний и выше. Поэтому, друзья мои, надеюсь, что вы все проработали, и теперь проверяем наши знания. Здесь также, видите, лексика среднего уровня и выше присутствует. Итак, переводим. Я склонен думать следующее. Я склонен. I tend думать to think следующее. The following. I tend to think the following. Я хотел бы находить больше времени на свое личное развитие. Я хотел бы. I'd like. Находить. To find. Больше времени. More time. На. For. Мое личное развитие. My personal. Развитие. Development. Помним выражение find time for. I'd like to find more time for my personal development. Ты можешь принять это предложение. Ты можешь. You can принять. Take это предложение. This offer. You can take this offer. Если ты действительно хочешь это. Если ты действительно, if you really хочешь это, want it, you can take this offer if you really want it. Теперь скажем по-другому. Ты можешь принять то предложение, если оно действительно тебе нравится. Ты можешь, you can принять, take то предложение, that offer, если, if, оно действительно тебе нравится. If you really like it, you can take that offer, if you really like it. Я склонен думать следующую вещь. Я склонен... I tend думать to think следующую вещь. Следующую. The following вещь thing. I tend to think the following thing. Я хотел бы знать это прямо сейчас. Я хотел бы. I'd like знать это. To know it. Прямо сейчас. Right now. I'd like to know it right now. Я стараюсь делать это довольно регулярно. Я стараюсь. I try делать это. To do it довольно регулярно. Quite регулярно. Regularly. I try to do it quite regularly. Я бы сделал это на твоем месте. Я бы сделал... I would do это, it, на твоем месте. In your place. I would do it in your place. Я хотел бы иметь больше времени для моего личного развития. Я хотел бы иметь... I'd like to have больше времени, more time, для, for моего личного развития, my personal развитие, development. I'd like to have more time
For my personal development, I tend to think the following. I'd like to find more time for my personal development. You can take this offer if you really want it. You can take that offer if you really like it. I tend to think the following thing. I'd like to know it right now. I try to do it quite regularly. I would do it in your place. I'd like to have more time for my personal development. Или ведь опять краткой формы, не I would do, а I'd do. Как угодно. Я получаю так много сообщений ежедневно. Я получаю I get так много сообщений. So many messages ежедневно. Daily. I get so many messages daily. У меня вовсе нет свободного времени. Дословно, у меня нет свободного времени. I don't have free time вовсе. At all. I don't have free time at all. Я не хочу брать эти деньги. Я не хочу. I don't want брать эти деньги. To take this money. I don't want to take this money. А я не думаю, что он знает это намного лучше. Я не думаю. I don't think что that он знает это. He knows it намного лучше. Much better. I don't think that he knows it much better. Я хотел бы делать намного меньше ошибок, и я знаю, что это вполне возможно. Я хотел бы... I'd like делать... To make намного меньше ошибок... Much fewer mistakes... И я знаю... And I know... Что? That – это вполне возможно. Это вполне. It's quite возможно possible. I'd like to make much fewer mistakes, and I know that it's quite possible. Вопрос. Ты хочешь быть более независимым? Ты хочешь? Do you want... Быть, to be более независимым, more independent. Do you want to be more independent? Я могу пойти туда с тобой, если ты хочешь этого. Я могу пойти. I can go туда с тобой. There with you. Если ты хочешь, if you want этого it. I can go there with you if you want it. Я бы пошел в другое место. Я бы пошел. I would go в другое место. To another place. I would go to another place. I get so many messages daily. I don't have free time at all. I don't want to take this money. I don't think that he knows it much better. I'd like to make much fewer mistakes, and I know that it's quite possible. Do you want to be more independent? I can go there with you if you want it. I would go to another place. Он часто говорит эти вещи. Он часто говорит. He often says эти вещи. These things.
He often says these things. Мы можем пойти туда сейчас или позже. Мы можем пойти. We can go туда, there, сейчас, now, или позже. Or later. We can go there now or later. Что ты думаешь об этой ситуации? Что ты думаешь? What do you think об этой ситуации? About this situation. What do you think about this situation? Я могу сказать это снова. Я могу сказать I can say это снова. It again. I can say it again. Сколько денег ты получаешь? Сколько денег? How much money ты получаешь? Do you get? How much money do you get? Сколько у тебя есть свободного времени сейчас? Дословно, сколько свободного времени ты имеешь? Сколько свободного времени? How much free time ты имеешь? Do you have? How much free time do you have? Тебе нужно думать об этом более регулярно. Тебе нужно... You need думать об этом... To think about it более регулярно, more regularly. You need to think about it more regularly. Я думаю следующее. Я думаю, I think следующее, the following. I think the following. У меня так мало свободного времени. У меня так мало. I have so little свободного времени. Free time. I have so little free time. He often says these things. We can go there now or later. What do you think about this situation? I can say it again. How much money do you get? How much free time do you have? You need to think about it more regularly. I think the following. I have so little free time. Что ты хочешь сказать прямо сейчас? Что ты хочешь? What do you want сказать? To say прямо сейчас. Right now. What do you want to say right now? Я хочу быть действительно счастливым. Я хочу быть... I want to be действительно счастливым. Really happy. I want to be really happy. Люди... Обычно хотят быть богатыми и здоровыми. Люди обычно хотят... People usually want быть богатыми, to be rich и здоровыми. And healthy. People usually want to be rich and healthy. Я вижу, ты делаешь очень хороший прогресс. Я вижу, I see, ты делаешь, you make очень хороший прогресс. Very good progress. I see you make very good progress. Я знаю, что могу сделать намного больше. Я знаю, что... I know that. Могу сделать. I can do намного больше. Much
more. I know that I can do much more. Я не могу сказать, что говорю по-английски свободно, но я работаю над этим. Я не могу сказать... I can't say, что... That... Я говорю по-английски свободно. I speak English fluently. Но я работаю над этим. But I work on it. I can't say that I speak English fluently, but I work on it. У него очень большая проблема. У него... He has... Очень большая проблема. A very big problem. He has a very big problem. What do you want to see right now? I want to be really happy. People usually want to be rich and healthy. I see you make very good progress. I know that I can do much more. I can't say that I speak English fluently, but I work on it. He has a very big problem. Что ты предпочитаешь делать в свое свободное время? Что ты предпочитаешь? What do you prefer делать to do в свое свободное время? In your free time. Если ты имеешь его. Если ты имеешь его. If you have it. If you have it. Или, наверное, можно сказать, не если ты имеешь его, а когда ты имеешь его. Это будет when you have it. When you have it. То есть, if это если, когда, дословно, будет when. When you have it. What do you prefer to do in your free time when you have it? То есть, и так, возможно, или when, или if. В принципе, схожие значения. Я бы сделал это сейчас. Я бы сделал... I would do это сейчас. It now. I would do it now. Я обычно хожу туда несколько раз в неделю. Я обычно хожу туда. I usually go there несколько раз. Several times в неделю. A week. I usually go there several times a week. What do you prefer to do in your free time when you have it? Or if you have it? I would do it now. I usually go there several times a week. Есть такой момент, мы говорим, что свободное время — это free time. Даже, возможно, еще выражение используется spare time. Spare time. То есть также можно сказать не in your free time, а in your spare time. Это просто, видите, оборот для более высоких уровней. В принципе, это синонимы, но мы с вами по умолчанию используем in your free time, как здесь. What do you prefer to do in your free time? Или in your spare time? My friends, thank you very much. We continue such an important playlist.